Соревнования такого ранга проводились в Иркутской области впервые. На турнир по спортивному ориентированию в наш город съехались команды из городов Братска, Иркутска, Уссурийско-Сибирского, Ангарска, Читы, Забайкальского края. Всего около 60 участников. Есть личные дистанции вот сегодня, завтра дистанция связка и в воскресенье дистанция группа. Но я считаю, пока я вот на данный момент я больше готов к дистанции связка. Подъемы, спуски, преодоление переправ со специальным альпинистским снаряжением, работа с веревками. Чтобы стать лучшим, необходимо не только обладать выносливостью и отличными физическими данными. Здесь соревнования, это уже определяется, кто быстрее, кто лучше, работа на автомате. То есть это уже действия должны настолько быть отлажены, чтобы не думать, ты прибежал и сделал то, что надо. То есть, ну и достаточно хорошая физическая подготовка должна быть, потому что и перебеги перед этапами, смена нагрузок, работа на веревке. Среди ангарчан участники команды «Фортуна», которая существует уже несколько лет на базе Дворца творчества. Ребята – неоднократные призеры областных, региональных и всероссийских состязаний. Мы в основном на комбинированных дистанциях победителями были. Это поисково-спасательная работа, там, ну и так далее. Да? А здесь конкретно уже чисто туристическая такая. В результате чемпионкой Сибирского федерального округа в личном первенстве стала Анастасия Чермакова. Среди юниоров СФО по спортивному туризму победу одержал ангарчанин Григорий Новиков. В командном чемпионате лучшей была признана сборная Иркутской области. Ольга Деребера, Владимир Селиванов, «Местное время».